Светофор. Я самый высокий и самый красивый. Я главный, конечно, на трассе любой. Меня уважают все в мире машины. Всегда остановятся передо мной. Предупреждающие знаки. Мы знаки всех предупреждаем. Постой, шофер, замедли ход. Вот спуск крутой. Вот путь трамвайный, а вот опасный поворот. Вот двухстороннее движение. Вот пешеходный переход. Дорога скользкая. Вот дети. А вот сужение идет. Запрещающие знаки. Коль пред вами красный круг, то здесь движение запрещают. Смотри внимательней, мой друг, тебе ли ехать разрешают? Грузовикам тут нет пути, тут мотоциклам не проехать. Здесь пешеходам не пройти, а здесь нельзя быстрее ехать. Предписывающие знаки. Мы всем движение разрешаем, а стрелки говорят, куда? Здесь пешеход легко гуляет, машина ездит здесь всегда. Вот указательные знаки. Найти помогут ближний путь. Укажут место для стоянки и к остановке приведут. Расскажут, сколько километров еще проехать предстоит. Здесь разворот, а здесь, конечно, упретесь вы теперь в тупик. А это сервисные знаки. Больница, мойка, телефон. А вот столовая на трассе, а здесь вот для машин ремонт. Автозаправочная станция, гостиница. Вода, ГАИ, а если путь твой долго тянется, вот здесь немного отдохни. Проснулся Лео. Вот так чудо, все знаки знаю на зубок, теперь уж нарушать не буду. А вон уже сержант идет. Ну а сержант не мог поверить, что Леопольд все изучил. Решил котенка он проверить. И тут же правила спросил. И Леопольд без остановки все то, что снилось, рассказал. Сержант рассказ услышал бойкий и молодцом его назвал. И, наконец, наш кот ученый домой с Мальвиной прикатил. А дома правилам дорожным нас долго мучился, учил. А как же мы дорогу знаем? Судить теперь уже не нам. Жюри к работе приступает, мы зададим вопросы вам. Чтоб не попали вы в просак, нужен вам дорожный знак. Вы только выйдете во двор, сразу виден светофор. Человечек вниз идет, тут подземный переход. Красный круг, машины в нем, запрещается обгон. Светофора красный свет, значит, здесь проезда нет. Коль зеленый свет горит, это значит, путь открыт.